Вот я и снова выбрался в поля. До этого места от дома шел более полутора часов быстрым шагом.
снимаю себя, освещая камерой смартфона, потому что уже настала такая темень, что моя экшн-камера отказывается что-либо записывать в такой темноте. Напоследок заметил, по полю бежала лиса. Когда приблизилась примерно на 150 метров, немножко поснимал. К сожалению, далеко было. Все равно, в конце концов, меня заметила и убежала еще дальше. Ну, наверное, дольше смысла не было сидеть. Я уже буду возвращаться в полной темноте. До свидания. Всего хорошего. До новых встреч на канале «Фотоохота с Альбертом».